животные беззащитные, и в отличие от людей, они не могут особо постоять за себя. Я считаю, что даже маленькие котята, щенята, все малыши, они как груднички обычные дети. Не могут за себя постоять, разве что по норме. А этого котенка вы себе забрали? Да, черный котенок. Назвали граф. Хай життя переможе все. Выросла с животными, всю детство с ними провела, и ну как бы для меня это вот частичка меня. Мы ночью разбудили людей на первом этаже и просили у них, ну, через балкон просили перекись и бинт. У меня даже была идея машины останавливать. Вот. Ну, не пришлось. Хай життя переможе все. Так можно пройти мимо, когда кто-то нуждается в своей помощи. Если это моральное качество человека, то помочь нуждающимся. Поэтому пройти мимо, я думаю, не каждый так сможет. Мне кажется, много людей у нас в нашем городе, которые просто не пройдут мимо. Хай життя переможе все. Беззащитный, не сможет сам выбраться. Решил помочь. Почему ты думаешь, что это важно? Потому что жизнь дороже всего. Хай життя переможе все. На этой неделе было спасено 20 жизней. Хай життя переможе все. 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 Хай життя переможе все.